Здравствуйте, друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я решила приготовить из остатков продуктов. У меня осталось немножечко ветчины, сыр, ну и яйцо, конечно же, у меня в холодильнике нашлось. И возникла у меня идея приготовить рулетики. Давайте посмотрим, что из этого получится. Карбонад у меня остался от предыдущего ролика. Кто не видел, обязательно посмотрите. Я готовила мясные рулеты. Очень вкусные. И вот у меня осталось буквально 4 штучки. И мы сейчас сделаем рулетики. Для этого нам необходимо кружочки. Покупаем сухой специи, в которую входит разновидность трав. Кусочек сыра, я думаю, у каждого найдется в доме. И вот таким способом просто закручиваем в рулетик. Вот в таком виде я отправлю наши рулетики на 25 минут в морозильную камеру. Пока наши рулетики застывают, мы приготовим кляр. Одно яичко будет достаточно. Немножечко подсолим его. Ну и добавим муки. Средней плотности делаем кляр. Можно добавить еще чеснок, либо перец. Ну, я решила сделать классический кляр. Теперь приготовим панировку. У меня возникла идея в обычные сухари панировочные добавить немножечко тертого сыра. У меня просто осталось 3 кусочка, и я решила их тоже задействовать. Друзья, не бойтесь экспериментировать. В экспериментах рождаются новые рецепты. И зачастую они меня приятно радуют. Вот такая панировочка у нас получится. Я думаю, симпатично выглядит и будет не менее вкусно. Ну что же, прошло 25 минут, может быть 30 минут, и наши рулетики приняли форму и застыли. Видите как? Теперь их очень удобно обмакивать в панировку. Берем наш рулетик, обмакиваем сначала в яйце, также отправляем их в наш панировочный сухари с сыром. И так также проделываем несколько раз, чтобы кляр был более плотным. Вот такой рулетик толщиной у нас получился. В таком виде они отправляются для прожарки на сковороду. Переворачиваем и обжариваем со второй стороны. Друзья, пока жарятся наши рулетики, я попрошу вас подписаться на мой канал, и мы вместе с вами будем творить новые чудеса на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно в комментариях подкидывайте идеи ваших любимых блюд. Я обязательно на своей кухне их приготовлю. Ну что, пришло время пробовать. Какие хрустящие, мягкие. Посмотрите, какая прелесть. Мне очень понравился этот рецепт. Я его еще раз своим детям приготовлю. Думаю, они останутся в восторге.